Да, тайм-аут был у нас. Просто у меня проблема была одна, я должен был исправить ее. Поэтому я временно поставил эту картинку. Не расстраивайтесь, идите дальше. Это пенальти. 26-е нарушение, это пенальти. Возможно, в последней минуте у нас откроется счет. Нет, нет. Как же остается? Танцует уже, и... На первой же минуте второй. Второй гол. Третий гол у команды Барс. Видимо, не зря я говорю. Наконец-то забивает нас команда Бакс. Так, есть вариант, получается, у нас третий гол забить. Бакса. Мимо, мимо.